Как идет строительство? Лучше Ануриса оружие никто не кует. А, змей бога Сераписа. Знаешь, что с ним случилось? В общих чертах. О, это был просто шедевр. Рукоять обернута в грубую кожу, а клинок выкован из небесного металла. Хотел бы я взглянуть. Не выйдет. Я создал его для одного капитана, когда жил в Саисе. Люди Сефету убили его. Потому я и уехал. Сефету? Да, Сефету поджигатель. Он держит в страхе весь Саис. Его приспешник украл копье с моим клеймом. Ужасно. Ты не можешь его вернуть? Мне это не под силу. Вор служит на Триреме Сефету на озере Марьют. Ненавижу воров. Я много путешествую. Встречу его, поищу твое копье. Я буду рад, если ты отомстишь за меня. Справишься, и змей Сераписа будет твоим. Извини. Прекрасное копье. Видна рука мастера из деревни Сау. Змей Сераписа — оружие, достойное богов. Как идет строительство? Очень медленно. Нынче сложно достать все нужные материалы. Да уж, могу себе представить. Я несколько месяцев собирал все необходимое для нас. Малыши наконец-то заснули. Меджай, твой путь опять спасибо, привел тебя проверила. Ко мне. Пусть как идет торговля? И дарует лучше. Мы начинаем им здесь обживаться. У меня для тебя новости. Столько пережили.
Я нашел того, кто украл твое копье. Им так тяжело. Он больше не опасен. Даже если я брошу голову в Сефету в огонь, прекрасная новость. Мало. Надеюсь, ты нашел змея Сераписа. И он помог тебе. Ты в безопасности. Конечно. И твои малыши. Спасибо, тоже. Нэ. Забудь этот кошмар. Постарайся. Одну минуту! Обещаю! Это зерно нужно подготовить к отправке до конца дня. Это займет больше одной минуты, не так ли? Прости. Обычно нас двое, но мой сын не справляется. Всему свое время. Пусть отдохнет. Я помогу тебе с урожаем. Он слишком юн для работы в поле. Я знаю. Но я не смог заплатить рабочим, и они ушли. Все зерно уходит на оплату налогов. Не отдам, сожгут мой дом. Спасибо тебе. Теперь я смогу заплатить шакалам Сефету. Хоть какая-то отсрочка. Расскажи, кто собирает налоги. Они ездят по дорогам Саиса. Предпочитают держаться окраин. Их безумный хозяин, Сефету, велел им забирать все, что у нас есть. Я попробую их найти. Предложу вести себя помягче. Ты ведь трудяга. Сына растишь. Да, Нэ. Мой мальчик отдохнул и скоро сможет продолжить работать. Хвала богам. Эй, стоим стеной! Выпотрошу тебя! Жена мастера Тахарки очень добра. Я не устаю благодарить. Ну, мисс Нил Девиант. Сразу накинуться. Эй, держи его!
Нельзя там оставаться! Этим ты только себе хуже сделаешь! Я не пойду. Хватит! Сколько уже отняли? Они все равно все заберут, а сам ты сгоришь заживо. Мой недалекий братец чем-то подпер дверь изнутри. С кем это ты там говоришь? Это что, один из них, да? Нет, тупица! Он боится людей Сефету. Но зачем же прятать голову в песок? Я тебе не страус. Это стук копыт? Это они? Беги отсюда! Прошу. Они убьют его. Страшно подумать, на что способны сборщики налогов. Сефет у меня не послушает. Но я послежу за сборщиками налогов. Может, уговорю их отстать от вас. Стража держит ухо востро.